Всем привет! Сегодня я в боул-центре и быстренько сниму по нашей уже состоявшейся традиции, что же есть на оценке. А вечером выйдет обзор витрины. На оценке вот такая невероятная композиция. Она мне так нравится. Тяжелая. Здесь, я так понимаю, это дикий белый. Цветоносик из точки роста, это для них нормально. Вот такая цена. А вот название, да? Фаленопсис Виктория. Водопад. Красивый водопад. И очень красивое кашпо. Белое, такое тяжелое, высокое. При нашей нехватке места вот так вот наверх что-то поставить очень удобно. Фаленопсисы. Так, ой, малышата в керамике, помните их? Керамические. Какое-то пятнышко. 399 рублей. Такие малыши-карандаши. Здесь тоже из точки роста. Это надо смотреть предыдущие обзоры, что здесь жило. Тем более, видите, они разные кашпо. Думаю, можно это отследить. Как всегда, много белых. Сильно тревожить не буду. Зиги. Смотрите, зиги. Вот по цветам это как раз ко мне. Шикарный вот этот голубой. У меня такого сейчас нет. У меня был, я его подарила. Это, я так понимаю, с синим язычком такой. Их много было. Но вот этот синий, конечно, бомбовый парень. Цветет он из новых ростов. Зацветает быстро. Смотрите, цвет огонь просто. Так, что тут ниже? Азигов много, кстати. Вот красавица, прям вообще как неуценочная, шикарная. На бутончиках. А, да, как уценочная. 500 рублей. Кто ты? Ты Зига Питалу? Смотрите, тут прям ростов столько. Слепая, не вижу совсем название. Сейчас, секунду. Да. И, кстати, тоже голубой, шикарный. Много ростов. Еще зиг. Так, а вот это, наверное, мельтошечка. Да. Ну, и по листьям видно. Вот тоже ростик. Прям такой. Мельтония. Да, мельтония. Что еще? В девяточках, в девятках 400 беленькие. И где-то я еще видела. А, вот, смотрите, вот он стоит. Я сразу сходу подошла к нему. Тысяча рублей. Красавчик. Он очень похож на Аббу, но не Абба, это светлее. И тут еще что-то. А, вот, смотрите, что еще. Тут есть сингла. 1500. Сингл, смотрите. И листик растет, все. Вот их три. Один в керамике, тоже с бутонами. Сейчас покажу. И также вижу цимбы. Цимбы 800.
Это невысокие цимбы с узенькими листочками. А вот еще один. Тут доставать не будем, тревожить лишний раз. Вот этот, он стоит отдельно. Кашпо пластиковое. Вот он по отношению к руке, видите, небольшой. 800 рублей. Все, я пойду витрину сейчас сниму. Сначала загружу для вас это видео, а потом пойду вон туда. Сниму витрину. Это будет вечером. Не прощаюсь. Пока.